Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил освободить от уплаты транспортного налога детей-инвалидов региона, сообщает администрация Кубани. Это требование более чем обосновано. Мы должны помогать людям, воспитывающим детей-инвалидов. Несколько лет назад край стал одним из немногих субъектов России, который освободил от уплаты налога родителей детей-инвалидов. Будет правомерным распространить действие льготы и на самих детей. Это позволит облегчить нагрузку на бюджет семей, направить средства на лечение, реабилитацию, приводится в сообщении слова Кондратьева.